Прием 43-й. Доложи обстановку. Я возле старой дороги. Тут сыро, мрачно, очень сильное электромагнитное поле, которое время от времени вырубает всю электронику. А так все нормально. Ну, я тебя поздравляю. Ты первый за 10 лет, кто попал на эту территорию. При столкновении с неизвестными существами срочно возвращайся назад.
я спускаюсь в подземный комплекс. Капсулу ищи в сейфе лаборатории. Это старый армейский робот Сталь-345. Я отдаю беспроводной аккумулятор. Компьютер фиксирует движение фантомных объектов. Капсула у меня. Сорок третий, прием. Спутник засек неизвестное существо. Вам необходимо срочно покинуть бункер. Через люк в соседнем отсеке. Конец связи. Нашел еще одну лабораторию, тут старые документы. Возможно, это главная лаборатория, которую мы так долго искали. Отсканируйте документы.
Робот Сталь 345 только что обезвредил мутанта. Ты не чайник, ты настоящий робот. Хорошо, что я тебе аккумулятор отдал. Я помог тебе, ты мне. Пошли со мной. Помогай другим, и тогда другие помогут тебе. Но это не точно.